В окружном избиркоме рассмотрели жалобу на неправильное формирование избирательного фонда кандидата в депутаты облдумы. Ее удовлетворили. Речь о члене партии «Яблоко» Вере Афанасьевой. Счета известного блогера просили проверить коммунисты. По их мнению, деньги поступали неправомерно и расходовались также. Ревизоры выяснили, что на специальный избирательный счет кандидата Афанасьевой поступили анонимные пожертвования, которые по закону она должна была перечислить в доход областного бюджета. Афанасьева этого не сделала. В избиркоме решили составить административный протокол на кандидата за нарушение. Если вы предоставите информацию о каждом лице, недостающую, которой нет в платежном поручении, то, конечно, суд вас оправдает. Но на данном этапе мы руководствуемся законом о выборах. Вообще это не проблема. Это не проблема. Вера Владимировна, это очень хорошо, и все. И все, и все, весь вопрос наш решен. Но на данном этапе, при наличии такой выписки счета, который у нас есть, мы обязаны составить протокол об административном правонарушении.